Всем доброго дня. Хочу вас познакомить с нашим постоянным экспериментом. Это у нас теплица павильон, 3 метра шириной, 2 длиной, установлен на брусе, плюс теплый пол, правда без подогрева, просто утепленный. Рассказываю для новеньких, кто у нас недавно. Дверь теплая, поликарбонат просто четверка, но все примыкания, все стыки я загерметизировал. То есть она получается герметичная, только поликарбонат 4 мм. Заходим внутрь. Здесь у нас стеллажи. Укрывной на стенах, чтобы холод не шел. А весной, когда жара, чтобы не горело. Здесь у нас вот, который в жару немножечко оживает. А сейчас мы начинаем новый эксперимент, чтобы зимой, так сказать, к новогоднему столу мы были с огурцами. Высаживаем разные-разные семена разных производителей. Сейчас еще подвез вот еще немножко. Здесь партнер-директор. Здесь получается от стейки уральский дачник, бабушкин секрет Элита, еще дома много. Вот, сейчас беру вот такие стаканчики по привычке, вот они, видите, подписанные у меня. И их, значит, это грунт вот гера для рассады овощей, уже готовый. Потом, значит, берем, расскажу вам, замачиваю я их в хлорели, в чистой. От биокомплекса рекомендую. Сейчас я разбавляю для полива первый колпачок, вот тут примерно на литр. И потом поливаю и вот так высаживаю. Здесь у нас висят лампы. Вот получается эмилайтом биколорные. Они работают, значит, работают с помощью механического таймера. Механически настроены с 7 утра, кажется, до 8 вечера. Плюс, видите, 12 градуса. Плюс обогрев теплицы поддерживается на уровне 19 градусов с помощью термодатчика и вот такой пушки тепловой. Поэтому и тут уже у нас немножечко старенькие еще. Видите, уже побольше. Также здесь у нас, смотрите, уже опять вымахал. Оставили его китайский змей. Начал восстанавливаться. У нас тут неделю, кто помнит, жара была в Екатеринбурге, больше 50. Не успели полить, все сгорело и заболело почему-то, непонятно чем. Поэтому мы сейчас делаем все по новой, по плану. И потом будем вам постоянно рассказывать, что у нас за неделю происходит. Как растет, как что. Вот так вот. Сейчас буду просто делать вот так вот. Раз, два, три. Такие, так сказать, углубления. Берем, поливаем. Ничего сложного. Потом эти стаканчики, когда уже рассада возьмется, мы будем пересаживать. Вот в такие емкости приготовили. Из-под канистр с дренажом. Отверстия в них просверлены. Привезем почву, даже, вернее всего, геру купим готовую. И будем в стеллажах вот таких выращивать огурчики. Так что сегодня будет пост про наш эксперимент. Смотрите, читайте. Будем рассказывать каждую неделю, как у нас все растет. Всем спасибо. Удачного дня воскресного. Все прекрасно. И такая музыка отличная.